Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами тут Импалт, а мы продолжаем играть в Subnautica Below Zero. А продолжаем мы потому, что я уверен, что сейчас она будет без этих микрофризов, потому что я уже вчера тебе говорил, что обновил ноутбук, и теперь типа все у нас будет получше. Так вот, кстати, я разобрался в арке, причем тут анимация динозавров такая хреновая, и эту проблему я... решил там, короче, дополнительные настройки Animation Resellinger, по-моему, называется. Эту, короче, штуку отключаешь, и у тебя все будет в порядке. Так, посмотрим, что мы хотим. Мы хотим попить. У нас есть рыба-пузырь. В принципе, можем сейчас тогда сплавать к нам вот сюда. Да отключись ты, пожалуйста. Короче, можем вот сюда вот сплавать, сейчас эту рыбу пузыря приготовить воду, соответственно. Так, и что мы сегодня с тобой делаем? Мы смотрим, из чего состоит модификационная станция. Сегодня мы с тобой будем делать модификационную станцию. Если она у нас, конечно, есть, смотрим. Тупо она у нас вообще есть. Чертежи. Так. Улучшение транспорта самое интересное есть. Где что сделать? Модификационной станции не вижу. А, вот она. Стоп, а что я туплю-то, смотри. Достаю вот этот аппарат. Ее ж тут делают, да? Так, смотри, нам нужна микросхема Титан-алмаз. Так, это у нас, по-моему, все есть дело. Смотри. Титан-алмаз. Так, что-то плоховато. У нас нету алмаза. Че это у нас тут нету? Тогда давай посмотрим, как делать микросхему. Микросхема золота, медный провод, образец эластичного коралла. На медный провод у нас тоже нет ресурсов. Ё-моё, опять вот лазить все эти дела искать. Давай что ли хотя бы на мореходе поплаваем, а то чё мы. Не плаваем-то на нем. Так, рыба, аккуратней. Пока вот таким вот образом эти дела оставлю и соберу по-быстренько. Кстати, смотри, в натуре фризов нет, смотри. В натуре нет фризов. Все у нас стало получше. Наконец-то могу записать нормально хоть. Там ход в ледниковый бассейн, сигнал упавшего корабля какого-то. А там у нас что, запрос на... техобслуживание. Сейчас мы это все проверим, техобслуживание, эту хрень. Потому что я уже забыл, что было в прошлой серии, честно забыл. Мы это все проверим, но модификационная станция, я помню то, что вот где сигнал упавшего корабля, там надо по сути нам поглубже опуститься, а сделать модификацию мы толком не можем, потому что у нас нет модификационной станции. Так, ни хрена себе, у меня тут меди оказывается. Так, ну в принципе нам тогда надо алмаз сейчас найти. Поплаваем, поищем, что нам. Он, по-моему, вот как раз вот в той стороне, где у нас запрос на техобслуживание, так сказать. Да, все-таки какая же тут красота. Так, ну вот, в принципе, надо вот тут вот уже вылазить. Сейчас полазим.
Это я забрал. Это я тоже забрал. Так, медная руда. Так, а можно, пожалуйста, алмаз? Серебряная. Блин, ну давай, пусть будет. Все равно ж неплохо, да? Опять серебряная. Ой, ни хрена там. Ты кто? Слышь, братан, ты кто такой-то? Не, ну ты посмотри, это кто вообще? Он сожрет или что? Что-то фиг знает, страшно. Я вот что-то неподготовленный сюда вот сунулся, а толком-то места-то нет. Даже, кстати, вот воду не захватил, прикинь. Конечно, трудно тут искать ресурсы, которые именно тебе нужны. Потому что они не всегда выпадают. Это кто так орёт? Ты слышишь, ты так не ори. Тут страшно становится. Так, кислорода 48 осталось. Я предлагаю сейчас по-быстренькому вот заплыть в наше безопасное место, так сказать, и проплыть вот сюда подальше. И вот ты, кстати, сразу не заметил, то, что они тут вообще есть. Эти странные существа. Это ты так орешь? Ну и зачем ты так орешь? Ой, тихо. Повреждение корпусу нанес ты. Дурачок. А, ну вот он, судя по всему, этот остров, наверное, сторожит. Все, я понял, где техобслуживание нужно. Запрос на техобслуживание. Кстати, а почему бы... А, не, плохая идея, у нас воды даже с собой нет. Нет, мы сейчас не будем заниматься техобслуживанием. Блин, а он тут и не один, смотри, кого добавили, офигеть. Нифига себе, вот это, конечно, махина. Вот это, конечно, махина. Вау, аккуратней, пожалуйста. Уйди. Пообещай меня не трогать. Блин, вот офигеть, вот с таких ресурсов выпадает не алмаз или что-то полезная фигня какая-то выпадает. Вот что обидно. Но когда алмаз-то упадет, вот смотри, вот то алмаза нет, то свинца нет. А что делать-то тогда, если этого всего нет? Вы, может, ресурсы по старинке как-то распределите? Вот это вот что такое? Это кварц. Да, это кварц. Ладно, сейчас сгоняем обратно, сделаем нам водички, потому что она нам понадобится. Починим корабль после укуса этого чеканутого. Кстати, поскольку у нас нет станции, в которую можно было бы вот эту вот нашу штуковину засунуть, на которой мы сейчас ездим, мы не сможем ее никак зарядить. Нам придется с тобой делать новые батарейки и, соответственно, совать новые батарейки, что могу сказать. При помощи новых батареек заниматься вот этой фигней. Так, приплыли. Надо рыбу пузыря поймать. Рыба пузыря, рыба пузырь. Чё-то не вижу. А, во. Отлично. Это у нас с тобой есть. Еще. Что-то мне кажется, надо побольше воды, потому что... Хотя давай рыбу обычной поймаем. Ну вот еще одного пузыря. И теперь погнали по рыбе. Так, фигню, говорит, надо выложить.
Выкладываем фигню. Ну, можно этой меди убавить, молясь. Хотя, что я убавляю-то, у меня швы. Вы что, дураки, что ли? Она протухшая, что ли, была? Не понял. А с чего это? Это вот вы про эти баги говорили в игре, да? Стоп, а с какой стороны я помер-то, ну-ка? Я помер где-то рядом. Чё я потерял? Ну я, блин, полуотсек потерял. И чё? Даже снаружи не видно, где я чё потерял, серьезно? Я вот плыл где-то отсюда. Это же должно было сохраниться, то, что я плыл отсюда-то. Ой, дичь. Какая дичь. Вот смотри, я съел рыбу, да, жареную. И какого-то хрена я от нее помер. Это как объяснить вообще? Ладно, не имеет большого значения. Я, в принципе, буду плавать как-нибудь, увижу свои ресурсы, наверное. Это чё? А, вот они. Уже лежат, смотри. Уже лежат. А чё ж вы лежите-то уже? Чё, мои ресурсы уже тут лежат, вы чё? Ну да, еще рыбу зря просрал, потому что это рыба. О чем там, в принципе-то, говорить? Так, ну давай. Рыба пузырь. Пожалуйста, ты где? Вот сейчас вот обычную рыбу пузыря поймаем. И еще поймаем то, что нам можно будет съесть. Надеюсь, это ничем забаганным не будет. Ой, так, делаем еду. Воды, 3 бутылки, по идее, сейчас пойдет. Так, теперь жарим рыбу. Отлично. И в электронике нам нужен медный провод. Мы его делаем. Образец эластичного коралла. Где-то он тут был. Но это не точно. Значит, его нет. Так, стоп, убери хотя бы вот это золото чисто по-человечески-то. На, убери. Чё фигней страдаешь? А зачем мне пустые батарейки? Что-то даже не помню. Так, где у нас образец эластичного коралла? Он где-то тут рядом. Вы чё мне говорите-то? Где-то тут рядом есть образец эластичного коралла. Не надо мне всякую чушь втирать. Эластичный коралл, блин. Ну подыши. Так, подышала, давай сюда вовнутрь. Да. А, вот он.
эластичный, пластичный это коралл. Сейчас мы его вот тут нарубим. Если никто не против, то что мы этим занимаемся, мы его сейчас вот в этих окрестностях таки нарубим. Я думаю, никто тут не против, но вот разве что вот эти нас парни сожрать могут. Но мы же не будем на них внимания обращать. Везде титан падает. Какой вот просто ужас. Дайте мне уже алмаз. Не хотите вы мне алмаз-то дать? Даже, блин, эластичного коралла. Ой, эластичного, пластичного. Пожадничали. Сейчас вот тут, что вы думаете, я по одну тоже могу поплавать, поискать. Поплаваю, поищу, что вы думаете. Угу, вижу еще один. А чего так мало-то? Фец его мало. И по идее тут еще где-то у нас вот еще возьму, валяются такие ресурсы, которые могут дать алмаз. Медная руда. Сколько там осталось места? Нормально. Так. О, свинец. Свинец это вообще неплохо. Давай еще этого коралла черпанем. 30 секунд. Да это понятно, то что 30 секунд. О. Сейчас я вон подышу. Так, ну чё? Где этот? Ой-ой-ой, нет, уйди. Уйди, скотина. Отдай нож. Обезьяна. Вот прикинь, забрала нож и не отдает еще. Нифига себе наглая. Не, ну наружу тут прямо у нас по красоте, смотри. Наружу красота. Надо поесть. А почему меня дамажит поедание рыбы? Это что за баги-то такие? Серьезно. Так, тут титаны подкатятся, никому не нужны. Я вот помню, что мне... Нифига тут... Какой-то новый ресурс, смотри. Галенит. Ну вот только что-то не выпадает алмазы нынче. И это очень плохо. Чувствую, нам надо опять плыть вот на то место, где запрос на техобслуживание. И там мы с тобой найдем, думаю, алмазик. Так, сколько мы играем-то? 23 минуты текущий сеанс. Ну, в принципе, нормально. А к концу серии успеем сделать модификационный стол. В принципе, кстати, сейчас можно, чтобы ресурсы много места не забивали, прийти сюда и сделать нам этот микросхему сделать.
Вот видишь, уже одна микросхема готова. Получается, нам осталось в принципе это вон титан, алмаз. И больше даже ничего не надо. Ну давай, сплаваем до туда. Кстати, прикольно вот так плавать. Только мы почти ничего не видим. Сплаваем. Сплаваем, сейчас все посмотрим там. Ставь лайк, если ждешь серии по Сабнавтике. С радостью для тебя пока что буду снимать. Кстати, пока варки, я пока вспоминаю, как играть, тренируюсь, так сказать, перед Генезис. Плюс у нас еще есть такой шикарный плейлист, который я создал, можно сказать, пару месяцев назад. Называется он PvP сезон. Ну, и намек ты понял, наверное. Короче, варк Генезис будем стараться заниматься PvP. Будем стараться заниматься PvP, записывать какие-нибудь серьезные рейды или деф нашей базы. Короче, будем стараться. Так, смотри, литий подбираем, потом еще это возьмем. Ты слышишь, ты меня не ешь. Не надо меня есть. Так, тут у нас что есть? Свинец. Вот теперь свинца до хрена и ничего больше. Вот просто до хрена свинца. Серебряная руда. Да зачем мне ваша серебряная руда, господи? Ах, да. Сейчас эта штука еще дамажить начнет. Так. Ну-ка, ну-ка. Блин, ну выпади алмаз, пожалуйста. Что-то алмаза нет, один свинец. Зато вот свинца навалом. Сколько у нас там уже? 4 ячейки на алмаз осталось. Давайте алмаз-то, а. Вот это вот кварц, отвечаю. Вот видишь, написано кварц. Титан падает, фигня всякая падает. Зачем так поступать-то? Блин, ну найди ты уже алмаз, а. Вот смотри, серу нашли. Серу еще наверняка понадобится. Кристаллическая-то. Ну блин, прикол. Ой-ой-ой, здесь он плавает. Короче, 59% заряда у нас. И неохота машину оставлять именно тут. Да блин, вообще алмаз не падает. Блин, если знаете, где можно найти алмаз, пожалуйста, напишите в комментариях. Потому что алмаза, ну, вообще нет. Вообще нет алмаза. С этим делать -то? Как не может быть алмазы? Зато свинца дохренища. Зато дохренища свинца. Не, конечно, могу он поглубже забыть. А вот он, ну наконец-то. Наконец-то у нас есть один кусок алмаза. Я уж это испугался.
Думал, то что мы сегодня его не найдем. Ладно, тогда в принципе можно уже текать отсюда. Пока у нас все нормально. Так, отлично. Поплыли туда, к нам домой. Кстати, в принципе, это не как левиафаны, они в принципе не такие уж и агренные, поэтому особо нас не атакуют. Все у нас поэтому в порядке. Вообще заметил, ни одного фреза идеально. Поэтому те, у кого, к их сожалению, наверное, игровые ноутбуки, советую обновлять оперативную память и покупать SSD. Все у вас будет замечательно. Так, мы вот приплыли. А что мы делаем? Даже не помню, что мы и делаем-то. А, один титанчик надо забрать и, в принципе, все. Потом сейчас там хранилище внутри наставим, всякую фигню эту. Так, ну где у меня титан? Я же его до хренища выкидывал. Где тут он должен лежать на дне титан? Или я вот его сейчас сам вот так добуду? Все идеально, сделаем модификационную станцию, и на этом можно заканчивать эту серию. Welcome aboard, Captain. Так, ну давай, модификационная станция готова. Поставлю ее сюда или нет? Давай ее вот сюда поставим. Серьезно? Улучшение ножа? Серьезно, да? Я сделал модификационную станцию, чтобы сделать улучшение ножа. Не, ну вы серьезно, да? Ладно. А чтобы делать нам улучшение, нам тогда получается надо это делать. Парковочная штука-то. А у меня нет парковочной фигни, не изучал, как мне тогда на ту глубину-то опуститься. Ну дают. Че, в натуре ту штуку надо? Модификационная станция готова. Все у нас готово. Интересно. А, то есть я так даже не посмотрю. У меня вот есть улучшение. На транспорт. Но у меня нет штуки, в которой я делал бы эти улучшения, понимаете? Ладно, с этим разберемся потом. Ну что ж, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте писать ваши драгоценнейшие комментарии. Буду очень рад, особенно если полезные советы напишите. Подписывайтесь на канал, ну, как я уже сказал. Ну что, всем удачи и всем пока.